Здравствуйте, меня зовут Головкина Юлия Владимировна, я врач-косметолог и тренер компании «Корнеар». И сегодня мы с вами поговорим про замечательную методику микронидлинга. Методика медицинского микронидлинга – это достаточно новое направление в косметологии, но уже очень хорошо себя зарекомендовала для коррекции рубцов, работы с морщинами, улучшения тонуса кожи, качества, цвета лица. Хочу сказать, что несмотря на схожесть микронидлинга с мезотерапией, это совершенно две разные методики, и мы получаем с вами разные результаты. Да, микронидлинг – это один из способов введения мезотерапевтических коктейлей, но кроме этого, методикой микронидлинга мы с вами добиваемся улучшения синтеза коллагена третьего типа. Это единственная методика, которая позволяет нам с вами улучшить синтез коллагена третьего типа, который впоследствии будет переходить в коллаген первого типа. В результате методики медицинского микронидлинга мы получаем эффект даже от одной процедуры продолжительностью в течение одного года. Запуск неоколлагенеза, который мы с вами получаем в результате работы медицинского микронидлинга, позволяет улучшить барьерные функции кожи, а это крайне важно для пациентов пожилого возраста. Кроме того, медицинский микронидлинг уменьшает глубину морщин, работает с кисетом, работает с морщинками вокруг глаз, работает с морщинками шеи, декольте, а это уже важно абсолютно в любом возрасте. Для более молодых пациентов актуально сужение пор, улучшение цвета кожи, улучшение качества кожи. Процедура медицинского микронидлинга подходит абсолютно всем пациентам в любом возрасте и не имеет противопоказаний. Это абсолютно безопасная процедура при правильном проведении и при правильном использовании роллера. Также я хочу сказать о том, что чем старше пациент, тем более выраженный результат получаем от микронидлинга. Это, наверное, единственная методика, которая прекрасно подходит для работы с возрастными изменениями кистей рук и для работы с возрастными изменениями декольте. Это те две зоны, которые всегда выдают наш с вами возраст. И, на мой взгляд, это единственная методика, которая прекрасно работает с кожей кистей рук и зоны декольте. Уменьшает глубину морщины, улучшает тонус и работает с пигментацией. Но самое главное при использовании методики медицинского микронидлинга – это правильно подобранный инструмент и кратность между процедурами. Именно это обеспечивает успех методики медицинского микронидлинга.